«Локомотив» отправился в свое финальное путешествие групповой стадии Лиги Европы. Этой осенью мы с вами побывали в Копенгагене и в столице Приднестровья Тирасполе. Сейчас же на очереди небольшой чешский городок Аламоуц, и в гости нас ждет футбольный клуб «Злин». Осмотр любого города мы начинаем с самого центра. Вот и сейчас мы находимся на Вацлавской площади, это центральная площадь города, и позади меня Вацлавский собор. Он, кстати, второй по высоте в Чехии, и, как мне кажется, очень атмосферный и очень красивый. Ну а теперь смотреть город. Первое, на что обращаешь внимание в Аламоуце, здесь очень много фонтанов. За полчаса прогулки по центру я насчитала, наверное, штук 7. Но самое интересное их название. Я сначала подумала, что они названы в честь космических планет. Юпитер, Меркурий, Нептун. Но оказывается, здесь просто очень чтят римских богов. Вот, например, фонтан Тритона. Называют второй Прагой. Тихой, спокойной, но не менее красивой. Население города всего 100 тысяч человек, но вот так, по ощущениям, людей гораздо больше. А еще забавно, что горожане уверены, что их город основал никто иной, как Гай Юлий Цезарь. А теперь самое интересное. Улица, на которой я сейчас стою, носит название улица Денисова. Поэтому, Игорь, Виталик, привет вам из столицы Моравии. Свою прогулку я традиционно завершаю на бровке футбольного поля. Стадион «Андруф» не является домашней ареной «Злина», но именно здесь команда выступает в еврокубковых матчах. Позади меня трибуна, где скоро будет очень-очень много красно-зеленых, но мы верим в команду и будем надеяться, что встретимся в 1/16 Лиги Европы. Вперед!